Сколько времени надо, чтобы набрать 1 000 000 подписчиков? Сейчас 1 000 000 подписчиков – это не цель. Я объясню почему. Допустим, вот давайте на примере расскажем, да? Если вы сделаете свой YouTube-канал про интерьеры яхт и про то, как выбрать яхты, как выбрать, допустим, какие яхты в аренду есть, обзоры яхт, у вас на этом канале никогда не будет 1 000 000 подписчиков, потому что в мире нет 1 000 000 людей, которые интересуются интерьерами яхт. Но монетизация этого YouTube канала будет очень быстрой, даже если у вас будет там 15 тысяч подписчиков. Понимаете? Вот разницу. Это надо понимать, потому что очень, вот у нас на примере есть, у нас есть канал, где есть 300 тысяч подписчиков и 1 000 000 просмотров, и владелец этого канала зарабатывает, ну, $500 в месяц. Это в русских рублях, это получается 40 тысяч рублей. А есть канал, где 15 тысяч подписчиков и просмотров там по 1500-2000, и владелец зарабатывает там по 300-400 тысяч рублей в месяц. Надо понимать, что 1 000 000 подписчиков – это не та цель. Чтобы делать 1 000 000 подписчиков, у вас должен быть интересный контент. Вы должны им делиться и рассказывать. Поэтому заходить надо из этого момента, да, что если вы будете делать интересный контент, то люди будут им делиться и будут рассказывать о вашем ролике и, соответственно, о вашем канале, и будут рассказывать и приглашать других. Накрутки сейчас это не работает, потому что YouTube – это Google, а Google – это большой искусственный интеллект. Как это проверить? Вы приходите на канал, где есть 1 000 000 подписчиков, а видео смотрят всего лишь там, не знаю, 10 тысяч человек, ну, 10 тысяч просмотров, да? Соответственно, это не 1 000 000 подписчиков, а 10 тысяч живых человек, которые смотрят этот контент. Потому что подписчики, сейчас огромное количество каналов, и люди могут на вас подписаться, но ни разу ваш ролик не посмотреть. Поэтому сейчас важно живые подписчики.